Это чьё продолжение? Моя армия заполонила ваш мир. И скоро всем вам придет конец. Ты должен попасть в Кремхолд, последний живой город. Найди Верховного и попроси о помощи. Ты понял? Дракон! Неоднозначно. Получат! Саня! Сука, Саня! Розыгрыши, честный дроп, интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп, систему лайфтрейдов, авторские кейсы от топовых ютуберов. forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. Хей, йоу, дорогие друзья, с вами сегодня, как всегда, Кофи и Алекс Фокс. И это, конечно же, долгожданное прохождение той самой кооперативной карты, которую вы так все полюбили в CSGO. Хей, йоу, братишки. Ну что ж, друзья, вы поставили просто нереально количество лайков. Сань, что ты сделал? Сань, ты чё? Ты чё творишь, слышишь? Я хотел спасти, а он сказал, Сань, что это рычаг. Ну чё это такое? Он такой, ну, типа, я такой, ясно. Сань, ты понимаешь, что на твоей совести теперь одна человеческая жизнь? Ну вот как так-то, а? Это ты виноват. Короче, ребят, я такой активности от вас вообще давно не видел. Вы реально чё-то прям какие-то серьезно бешеные. Вам карта очень сильно понравилась. Вы все захотели, конечно, видеть продолжение. Вот, именно поэтому, ребят, сегодня, буквально через пару дней, выходит уже вторая часть под названием, как, кстати, вторая глава называется, по-моему? Древние подземелья. Да, вот, ребят, именно сегодня вот так мы будем проходить... А, подожди, монета-то отдайте мне, пожалуйста. А так, вот, все. Ну что, Сань, давай пошли. А куда нам вообще идти? Ну, сюда. А, оп, потом сюда. Подожди, а тут... А, не сюда, нет, я перепутал! Саня! Почему? Почему? Правая все-таки. Ну я пошел, короче, Сань, я пошел. Как я понимаю, я еще могу выжить, правда, у меня 37 хп уже осталось. Так, а как здесь? Одеть. Оу, май гад. Оу, май. Так, попробуй. Оп, допрыгнул. Так, там вроде не советую подойти, давай дальше. Ну слушай, у меня 37 хп осталось, у меня прям. Ну я за тобой посмотрю, мне не сложно. Мне вообще сейчас. Сань, я уверен, что далеко я без тебя не пройду, поэтому. Так, здесь что-то лежит. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут, слушай, у меня уже 10 отмычек. Прекрасно. 12 аптечек и 103 монеты. 12 так, аптечек, я понял. Тут какие-то... Опа, тут револьвер лежит. Может, ты выпьешь все-таки зелье? А у меня нету ничего, Саня, у меня ничего нету. Вот тут где-то зелье, нет? Это что такое? Это кто такие? А ну ушел отсюда, слышь? Че ты их прогоняешь? Они нормальные парни. Саня, Саня! Мы с ним в один детский садик ходили. Подожди, Саня! Они меня в угол зажали! Саня! Блин, сейчас заново проходить все. Ребят, ну это, конечно, жестко. Я к такому пока что не был еще готов. Ну, теперь все с самого начала. Сань, только пожалуйста. А куда ты прыгал вообще, что ты упал? Я влево прыгнул случайно. Ну смотри, зато в этот раз вот не обязательно тебе скидывать того чувака, как бы, да, оттуда. Вот, да, я потому надеюсь, что мы ты знаем же его не будешь судьбу. Этого делать. Да, 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 да. Да, монетки, мы, это... мы главное его не скидывать, остальное да, не да, важно. Да, да, Сань, ну, что Саня, такого, типа, если Саня его скидывать, надо. Я не понимаю. Сань, зачем, зачем ты это делаешь? Что он тебе такого плохого я сделал? Я такого понять не могу, и чтобы я скинул человека. Ну, ты убийца, Саня, конечно. Я не убийца, я пони. Что ты сделал? Я розовый пони. У меня... Так, стоп, а ты прыгал на левую или направо? Я прыгал на левую. А, то есть надо направо, да? Не знаю, может быть, они как-то меняются? Я не знаю, не-не-не, все нормально, нормально, нормально. Я по правой стороне, давай. За мной, Саня. Оп! Блин, мне интересно, типа, мы сейчас на второй главе. Ребят, я читал комментарии, вы написали, что вот кто проходил карту, что на третьей главе там вообще пипец будет. Типа, мы там вообще вдвоем не пройдем. Простым языком полная жопа. Ну да, вот, поэтому мы постараемся пройти, конечно, как можно дальше, ребят. Но походу со временем нам нужна будет какая-нибудь помощь, я не знаю. Отмычки. Так, Саня, смотри здесь. Аккуратнее. Ой. Я просто понял то, что здесь мы с тобой вдвоем должны вообще, по идее, быть, да, потому что слушай, тут много вот этих скелетов каких-то воится. Так, все, Саня, 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 Саня. Найс! Чё ты? О, слушай, у них капуста была.
Мне, кстати, еще левел ап. Кстати, да, я сейчас прокачаю своего персонажа немного. Так. Кстати, точно. Я максимально здоровье. Да, все, я увеличу максимальное здоровье. Максимально. А, так, тут еще вроде же где-то. А, ты залутал уже ящик, да, по-моему? Да, тут его нет. В смысле, он же был в прошлый раз. Ну нет, его сейчас. Я еще и грибы подобрал какие-то. Его украли. Так, ну все, здесь вроде больше никого нет. Походу, да? Скелетики вот тут так сидели, знаешь, общались. Так, а что это такое? Как же, ну, что кушал сегодня? Что здесь делать надо? О, смотри, нажать можно. Ну-ка. Ну-ка. О, Олег, сюда иди. О, что происходит, Соня? Сюда иди. О! Ни хрена ты угадал, просто знаешь, что я хотел тебе показать? В смысле угадал? Знаешь, что я хотел тебе показать? Я, типа, вот, смотри, тут показывается, как что-то... А, о, чё? Ты хочешь сказать? Подожди, серьезно? Да, ты угадал. Чё за рандом? Подожди, то есть смотри, ребят, как мы должны были это все сделать? Мы должны были подойти сюда, и здесь, походу, как я понимаю, комбинация. То есть посередине, слева и сейчас справа. Блин, как это сделали вообще? Туда иди. А я просто угадал. Работает. Туда иди. Давай, Сань, что здесь? Что здесь такое? Просто я рубильник нажать. Wait. А, ну все, погнали. Слушай, идти, конечно, дальше опасно. Ой, Саня. Ой. Вообще изи, вообще. Слушай, даже не, ну, почувствовал. Ты прям смотри, ты, да, прям... я знаю, я жесткий. Так, я, у меня уже, у меня походу скоро инвентарь весь переполнен будет. Либо у меня рюкзак третьего уровня, либо еще один скелет. Да шо ж вас так много? Саня, у меня 54 патрона. Оу. Это что было там? У меня такое? 0 патронов сейчас. А тут, может, валяется что-нибудь, нет? А ты, нет, кстати, скелетов-то лутаешь вообще или нет? А что там у них? У них, ну, грибы. У них порой бывает что-то. Вот, я грибы подобрал еще. Так, а тут сейчас, смотри, открывается, нет? А! Может быть, там оружие тут, есть? Тут взломать надо. Взломай, да. Вдруг там есть оружие. Давай. У меня все, 0 патрон, я вообще выкинул. Давай. Так, нет. Так, нет. 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 Блин, мне интересно, типа, что в самом конце уже будет, как бы. Я мастер комиксов. Спасем мы этот мир или нет? Ну, раз нам это доверили, Сань, то, скорее всего, нет. Как, че? Давай, пробуй. Че-то у меня плохо получается как-то. Давай, ты сможешь, я в тебя верю. Я уже отмычек 4, наверное, под... О, Сань, я открыл. Я знал, что ты сможешь, так, я верил в тебя. Все одни отмычки. Тут зелье здоровья, найс. Все, я выпил 2 бутылочки. Так, тут еще какая-то, это... Какие-то замки, книга. Тут сложные. Что тут написано, вес? Что это такое, непонятно. Так, и... ну я больше ничего не вижу здесь. Ну что такие жесткие замки здесь? О, еще бутылочка. О, прикинь. Сань, тут пистолет по 2000, бери. По 2000 стоит он, не хочу. Ну, нет, он не стоит, он просто лежит. Так. Так, смотри, здесь, подожди. Типа мы вот так вот нажимаем и активируем. Олег, стой, ты там? Стой, Соня! Я не нажимал. Давай смотри сейчас на нашу ловушку. Опа! Давай. Надо было, чтобы они... Чё они летают? Неплохо. Теперь ты. Олег, давай. Я нажимаю на ловушку, давай. Ты чё делаешь, Сань? Нам повезло. Так, тут еще капуста. Саня, у меня реально инвентарь уже перебит, по-моему. Я смотрю, у тебя много капусты. Самое главное, как бы не умереть, чтобы не потерять все это. Так, что здесь лежит? Еще какая-то книга. Саня, открой вот эту книгу. Вторую страницу, пожалуйста. Первая глава, вторая страница. Прочитай, пожалуйста. А как, подожди, как? На Е и... Интересная книга, я бы читал бы такое. Да. Так, а что здесь у нас? Было бы кайфу. Так, а куда идти? Тут надеюсь, больше никого нет. Алхимическая лаборатория. Алхимическая лаборатория. Что, в смысле алхимическая? Слушай, а походу... Мы тут ничего не можем сделать. Подожди, не, стоп. Мы типа можем приготовить какие-то зелья или что? Можем, но не можем. Я читал комменты, говорили, что типа со временем мы сейчас найдем и можем там типа всякие зелья варить, типа аптечки там делать и так далее. Ну то есть вот эти зелья, которые мы пьем, чтобы пополнить хп, типа, мы сможем их сделать. Типа капуста. Блин, ребят, типа капуста. Прям красавчики. Вот я не знаю, что бы мы делали на самом деле без вашей помощи. Так, я не понял, как это. Я бы не играл. О! Так, открыл. Тут, блин, ну тут очень много всего. О, еще книга. У меня, Сань, чтобы ты понимал, у меня 2 пустые бутылки, 16 капуст, Сань, 16 капуст, да, и 4 грибов. Ну, нормально. Так, вот тут еще что-то есть. Зельеварка у вас есть. Слушай, я походу... Ой, я смотри, я что-то делаю, Сань, смотри. Минус пустая бутылка и минус 5 капусты. А что я сделал, я не знаю, подожди. Зелье скорость! Лоу! А мне как-то. Вот как это работает, слушай. А как это сделать? Я хочу сделать. А я вот, смотри, зелье скорости. А, вот, все, смотри, зелье скорости. Ты просто нажимаешь на зелье. Вот я зелье здоровья, смотри.
Во, зелье здоровья, это одна пустая бутылка и 4 грибов. У меня недостаточно ресурсов. А чё, чё у тебя по инвентарю, чё у тебя вообще есть? У меня есть 4 капусты и 2 гриба. 4 капусты, 2 гриба. Ну да, не хватает. А что? Я могу еще одно зелье скорости сделать. Сделай мне. Слушай! Подожди. А ты выгнать не сможешь, лучше мы как-то инвентарь переложим в ящичек. Нет, нет, тут только она когда готовится, оно не в инвентаре у тебя. А, Саня, у меня, по-моему. У меня тоже недостаточно. Давай этого... ты, короче, сейчас скину. Стой, подожди. Сейчас, смотри, как сделаем. А ты можешь скинуть? А, положи сейчас инвентарь. Ящичек, да. Все скидываю. Слушай, а для чего вот, сейчас зелье скорости надо? Иди сюда. Подожди, нам сюда типа идти надо будет, да? Я просто знаю, зачем нужно. Я понял! Сайт, да? Смотри, нам надо походу зелье скорости, чтобы мы могли вот тут пробежать. Вот, я вот понял. Тут возьми, тут грибы, капусты. Так, давай, я возьму. Грибы, капусты. Все, что у тебя было. А, пустые бутылки нужны тебе? Да. Давай. Сейчас. Дай. Все, давай. Вот самое главное, это пустые. У меня просто пустой бутылки нету. Вот, в этом была как бы проблема. Вот, на. Так, найс. А, пустая, да не то. Сейчас еще одну. Все, не, этого хватит, Саня, этого хватит. Ой, ладно. Так, ну чё, я готовлю тогда, да? Мне нужно зелье... Так, не то, подожди. Зелье скорости. Все, готовлю. Ох, Саня, сейчас бегать будем, понимаешь, да, как бы? Всё. Ну, тогда мы сейчас что делаем? Сейчас мы принимаем, и нам нужно тайминг рассчитать. Ну, как-то да. Да, давай сразу, короче, вот здесь. Давай, принимаем зелье скорости. Ну, слушай, это будет сложновато на самом деле. Я принял зелье скорости. Я тоже. Давай, готов? Надо просчитывать как-то. Я побежал! Да! Успел! Как обычно, Саня лучший. Как это подобрать? Ну ладно, я не буду подбирать уже, но это было весело. Это красиво смотрелось со стороны. Так, давай, я нажимаю тогда на рычаг. Я не просчитал, мне удачно. Ничего происходит. Сейчас, мне кажется, откроется. Сейчас будет скелет. О нет. Нет! А он в воду не прыгает! Он воды боится, смотри! Серьезно? А ну-ка иди сюда! Почему скелет боится воды? Это все, найс! Так, а что? Дай смотреться хотя бы. Так, пацаны, что у вас было? Я вообще ограблю тут. Самое главное сейчас сделать какое-нибудь зелье, по-любому. Потому что бутылка вроде есть. Да, ну-ка. Ну-ка, дай попробую сделать. Блин, Саня, ну почему ты вот умер, а? Ну, не знаю, это не я. Как так, Саня? Ну, это вот, пила блин, меня убила, я не мог решить. Вот сейчас бы пробежали вместе, меня бы даже скелеты не задели, потому что мы были... Так, а мне интересно, я могу у еще? У меня, кстати, было 3 бутылки с зельем. Но я уже, Сань, нет, туда, извините, но возвращаться опасно. Там как выпил, бы, я бы взял, но... Да, я сейчас выпью. Выпил лучше. Так, прикинь, у меня 3 зелья здоровья. Фига. Ну вот, тем более. Все, ну у меня 162 хп. Тогда все, не жалуюсь, все прекрасно, все замечательно. Да, у меня, знаешь, типа, все хорошо, только друг умер, все нормально. Ну да. Так все отлично. Патроны. Так, Сань, тут что-то... Сейчас что-то, походу, будет. Сейчас, кажется, мне мы встретили дракона. Слитки железа. 14 штук. Гвозди. Скоро броню будем делать. Походу, да, реально, походу. Так, подожди. А может мне туда, типа... О. Глок. Так, ну слушай, тут глок лежит. Ну, лучше тэк оставить. Я лучше тэк, наверное, оставлю, но да. А там дальше что-то еще. Что там красненькое? Дальше типа трубе. О, кстати, реально. А, это череп, типа эти бонусы. Бонусы. Это как просто отдельная какая-то ачивка. В принципе, это не так важно. Вот, как основное, в принципе, геймплей. Ребят, напишите вообще в комментариях, что это такое. Так, все, это я залутал. Ну, это обычно просто как... А, блин, так... Сань, прыгай туда! Боюсь, да, но туда. Надо. Ой. У тебя будет дракон. О, боже! Саня! Я не должен быть здесь один! Ё-моё! Ё-моё! Он Саня! Типа по сценарию поднимет. А нет. А как против него? Сань, мы вдвоем тут не выживем! Ты же понимаешь, Сань? Нет. Он слишком быстрый, слишком жесткий, по-моему! Я сваливаю отсюда, Я не хочу с ним сражаться. Допустим. Саня, ты понимаешь, что нам сейчас с самого начала проходить эту главу? Да. С самого начала, ребят, ну это капец. Короче, ребят, мы уже, по-моему, в распятый, наверное, доходим до того же самого места. И только сейчас мы заметили то, что тут есть, оказывается, комната, которую надо взломать, где есть хотя бы более-менее какое-то нормальное оружие. Вот, правда, у меня, Сань, 2 отмычки есть еще. У тебя есть они? Нет, вообще. А, классно. А чё вот тогда, подожди, Саня, у меня одна отмычка осталась. Это не смешно, если чего. Пожалуйста, давай. Пожалуйста. Сань, походу, сейчас сломается. Нет.
Надо, блядь, а что делать? И что делать? Я не знаю, что делать. Давай искать. Может быть, может тут быть... есть отмычка валяется, ну, где-нибудь. Возвращаться обратно туда вообще. Вот тут может. Нет, тут нет. Блин. Обратно мы не вернемся. Проверю, у тебя точно нету отмычек. Так, ребят, мы прошли еще раз, потому что у нас реально закончились отмычки. И кроме того, как пройти все заново, как бы у нас ничего не оставалось. Вот, но зато в этот раз, вы не поверите, но у нас 13 отмычек. Вот, поэтому попыток будет слишком много, я считаю. Но в этот раз мы точно взломаем эту дверь и пройдем уже наконец-таки этого монстра. Ну потому что мы реально сидели, просто голову ломали, как же убить просто его. И наткнулись на эту дверь просто. Я не знаю, что. Все, Сань, я открыл дверь. Отлично. Так, я возьму бизон и тут еще дробовик. Все, так, отлично. И давай еще зелья отлично, всякие подготовим. Но я... Так, зелье здоровья. Не могу. Вот, я зелье скорости сделал. И у меня еще, по-моему, было одно зелье. Да, 4 зелья здоровья. Я, пожалуй. Я твой тег подниму. 200 максимум. Да, поднимай, конечно. А где да. он тут? Он где-то там, где Глок валялся. Я вот там вот поднял. Точнее, наоборот. Выбросил. Я не знаю, Сань. Вот, ладно, пофиг, буду спать. Так, ну чё, ты готов, Сань? К финалочке, так сказать. Дай мне ну, патрончики как финалочки, подобрать. Точнее. Это только начало, это только вторая глава. Что, главное не слиться, главное не главное, слиться. Главное, да, это, ребят, мы так долго это все проходим, капец. Сань, ну чё, я сейчас зелье скорости, как только мы приземлимся, выпью, чтобы бегать от него еще. Ну чё, Сань, погнали? Погнали. Давай. Ух, мамочки! Молотов ты подобрал? Да. Ой. Нет, стреляй, просто стреляй, давай. Перезарядка, Сань, перезарядка. Почему он только на одного нападает? Нет. Он меня поднял. Мочи. Мочу! На меня. Нет! Не туши моего друга! Отстань от него! Да стой ты от меня, женщина! Успокойся! Да сколько у него! Да! А еще кто-то, Саня! Да кто такие? Саня! Пожалуйста, мочи! Олег! Кто это? Это его друзья! Это его дети! Мы убили беременного монстра! Сань! Ой, фига, они жесткие! Все! Тех? Да! Ё-моё! О, боже! Я какое-то мясо подобрал с них, прикинь. А, ты умер? Да, я умер. Лол, сейчас бы такое было. Сань, ну я тебя залутаю. Фига у меня лута. Сань, ты видел. Я такой, знаешь, ты выходишь, и там чисто я бутылки, у меня 15 бутылок. Сейчас пойду сдам за копеечки. Так, ну чё? 50 копеек родители. Зелье здоровья. А рубль стоил от груши. Так, давай залутаю. Ну у него по-любому... Ё-моё, я сейчас его залутаю. Тут столько всего, Сань. Так, нет, обратно. Так, еще тут кто-то можно. Вот тут еще вот этого надо было залутать. А вот это, видишь, пятно зеленое справа, это я. Видишь, тут... Где? Не стой, видишь, вот, под тобой, видишь, где оружие? А, новое? Я понял. Да, блин, мне ну, слушай, было. Я пока. Бизон возьму... рулит. Бизончик реально. Ну все, ворота открылись, это самое главное, ребят. Смотри, только... Сейчас я так рад. Выпей я реально, зелья, выпей я так рад. Я выпил, Сань, у меня больше ничего. Или стоп, подожди. Слитки золота. Монеты, отмычки, у меня больше ничего нету. Ну ладно, давай. Всё. Только будь вообще это осторожен. А, мы в самом низу. Или стоп. Глава 3! Отлично. Дорога! У-у-у. Дорога в Кремхолд! Ребята, все! Мы наконец-таки прошли вторую главу. Мы безумно рады, конечно же, этому, потому что это была реально очень долгая дорога, очень длинная дорога. Золото. Мы старались и потели. Ребят, если вы хотите увидеть продолжение и понять все-таки, как бы, что здесь вообще творится, что нам нужно сделать, и если вы хотите, чтобы мы просто спасли мир, то, конечно же, ставьте лайк, пишите в комментариях, хотите ли видеть продолжение. Вот, ну а с вами сегодня были, как всегда, Кофи, Алекс Фокс. И на этом сегодня все. Третья глава, ребята, ждет следующей серии. На этом мы с вами прощаемся. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока, парень. Пока.